Друзья, всем привет! В данном видео я вам покажу, что делать, если вы нечаянно удалили чат в Телеграме и как восстановить переписку. Итак, хочу обратить ваше внимание на то, что удалить вы должны были его именно нечаянно. То есть, если вы намеренно задержали какой-нибудь чат, нажали на корзину и удалили, а потом подождали 5 секунд, то так восстановить переписку будет сложнее. Если же вы случайно смахнули чат и добавили его в архив, то восстановить переписку будет намного проще. Итак, случайно удалить чат можно, просто смахнув его, не заметив, и он попадет в архив. Значит, вы могли просто вот так пальчиком влево раз, и все, чата нет. Куда-то он делся, пропал, а он, оказывается, попал в архив. Для того, чтобы вернуть его из архива, мы просто тянем вниз, и архив появляется. Для того, чтобы вернуть чат из архива, мы заходим в этот архив, нажимаем, задерживаем и выбираем «Вернуть». Все. Архив мы обратно смахиваем. Значит, запомнили, чтобы появился архив и проверить, есть ли там какие-то чаты у нас, мы просто вниз пальчиком, и у нас появляется архив. Теперь что делать, если ваш чат не в архиве, а полностью удален? Если вас там интересовала какая-то фотография либо видео в этом чате, можно, в принципе, поискать их где-нибудь в кэше или в файлах, которые сохранены в Телеграме на нашем устройстве Android. Для этого мы переходим в файловый менеджер. В файловом менеджере мы идем в основную память, идем Android, далее идем Data, и здесь ищем Telegram. Org Telegram Messenger. Заходим туда, смотрите. Здесь есть кэш, и здесь, если вас интересовали какие-то картинки, возможно, из этого чата, можете тут поискать. И, возможно, вы найдете нужную вам картинку. Покласайте по всем этим картинкам. Зайдите еще сюда, тут может какой-то видос. В общем, где искать, вы поняли. Если вы зайдете в папочку «Files», можете еще по «Pictures» походить. Можете зайти в Telegram и здесь просмотреть все видео и изображения. Возможно, вы найдете то, что вам нужно, то, что вы якобы удалили. Если и это не помогло, давайте попробуем написать в поддержку. Для того, чтобы написать в поддержку, мы идем в Telegram, заходим в настройки, листаем вниз, выбираем «Задать вопрос» и выбираем «Спросить волонтеров». Если вам будет кто-то рассказывать, что есть какие-то скрытые боты, программы, которые восстанавливают чат, то, скорее всего, это будут мошенники. Если вы полностью удалили чат, то переписку полностью восстановить нельзя. То есть, существуют только вот те методы, которые я вам сейчас показал. Это достать чат из архива, либо покопаться в файлах кэша, либо спросить у поддержки. На этом все, дорогие друзья. Кому помог, ставьте лайк. Всем спасибо за внимание. Всем пока.